Впервые я попробовала гуакамоле здесь, в Лондоне, и была в восторге от этого блюда, даже не подозревая, из чего он приготовлен. И теперь гуакамоле мы готовим довольно часто и с удовольствием его кушаем. Попробуйте и вы. Для того, чтобы приготовить гуакамоле, мы возьмем 3 спелых авокадо, сок одного лимона, помидор, желтый сладкий перец. Можете взять вместо сладкого перца острый перец. И также сюда нужно добавлять кориандр. Вначале мы разрежем все авокадо пополам. Содержимое перенести в глубокую посуду. Добавить сок одного лимона. И теперь нужно хорошенько размять авокадо. Теперь берем сладкий перец и как можно мелко его нарежем. Добавляем мелко нарезанный перец к авокадо. Помидор разрезаем пополам и удаляем внутренность. Теперь мелко измельчим кориандр. Под конец добавляем соль и хорошенько перемешаем. Гуакамоле можете кушать с чипсами, с гриссини или просто с хлебом. Тортилья чипсы. Slice of bread, top up some guacamole and bite. You can dip with grissini, is Italian style. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.